Кухонный шкаф-стол Walker фирмы Robbins. Данная модель предназначена для кемпинга, для продолжительного отдыха на природе, а также может быть использована на дачном участке. Столешница выполнена из дерева. Это, во-первых, эстетично, во-вторых, меньше царапается, чем металл, а также не боится высокой температуры, как, например, пластик. Соответственно, сюда можно ставить горячее, на этом удобно и приятно есть. Основное отделение шкафа разделено на две половины, каждая из которых посередине разделяется жесткой полочкой. При необходимости эти полочки можно расстегнуть и получить одно большое отделение. Двухзамковая молния шкафа позволяет быстро попасть к содержимому. Здесь, например, в верхней части стоит набор посуды на пятерых, внизу на четверых, и еще помещается несколько небольших термосов. Для придания жесткости конструкции вставляются металлические полочки, которые при транспортировке складываются в гармошку. Тело выполнено из материала Oxford, а молния применяется фирмы YKK. Соответственно, комплект прослужит вам долго. Основой является алюминиевая трубка большого диаметра из сплава 6061. Это авиационный алюминий, который обладает очень высокой прочностью. Узлы также алюминиевые и позволяют много раз собирать и разбирать этот стол. Масса стола составляет 6 кг 700 грамм. Таким образом, обладая маленьким упаковочным объемом, незначительной массой и большим количеством полезных мелочей, данный стол отлично подойдет для кемпинга, для использования на даче и для длительного отдыха на природе.